Фантазия. Выключился, в зале подключилась. Сейчас услышал. Сказал, подключаюсь, значит, подключайтесь. И чиха такая взяла, умочка подключилась. Молодец. Светка, привет. Я на волейбол, короче, собираюсь, пока у себя не говорю. Ой, я что, это на камеру сделал? Пардон. Противно, наверное, ну ладно. Это... Я на волейбол поехал, короче, да. Кто не знал, да, я волейболом занимаюсь, это не смешно. Я, может, трансляцию включу. Да-да-да, трансляцию включу. Пожмете какие-то мяч просто ловить будет. Гранатан. Кто ты? Молодец, 2 года. Я полгода занимаюсь. Ясное дело, за здоровый образ жизни еще. Как хотел. Что за гранат? Тачечка моя рука. Призер у молодец. Конечно, ЗОЖ. Тут еще. ЗОЖ. Мешок, спасибо, мешок. От мешка слышишь. Девочка. Дверь. За рулем обратно поеду, если забью. Привет, привет. Не видно на меня, Лёха, здорово. Я там сильно не прыгаю рыбкой. Точнее, вообще не прыгаю. Зачем? Роберт Тан. Мешок. Пап, не занялась? Дозвонил. Сейчас? Ну, звонил я. Взял. Извините, мне сказать, что ты... Думаю, где успеть. А, вышло. Звони. Тебе от Света на зиму привет. Да ты че? Бал. Просто я трансляцию снимаю, она тебя услышала. Че ты снимаешь? Трансляция. Ну, короче, типа прямой эфир запускаю и меня все смотрят. Ну как по телеку? Бывает же прямой эфир. В режиме конференции? Не конференции, тут все могут подключаться. Кто хочет. Ну, такая программка есть. Так же, как это с президентом Российской Федерации. Такие же сидят эти корреспонденты. Просто задают вопросы, а ты отвечаешь на них в прямом эфире.